Оказались в своей тарелке. В Нарьян-Мар приехала группа путешественников, предпочитающих спокойному отдыху экстремальный. Команда с говорящим названием «Дикари» преодолела путь от Самары до Варанде. Там, на берегу Баренцева моря, автолюбители установили флаг в честь 50-летия АвтоВАЗа. Собственно, на машинах этой российской компании проходят все путешествия «Дикарей». Оценить все преимущества отечественных машин в условиях севера смогли все желающие жители округа. Для горожан «Дикари» провели специальный тест-драйв на площади Мрацей. Никаких проблем нету до сих пор. Ничего не скрипит, ничего ни разу не открутилось. Ничего не надо подстучать, подкрутить. Нет таких теперь потребностей, да. За плечами нового кроссовера более 3000 километров. По зимникам и автострадам, по тундре и городским улицам. При дожде, морозе и тумане водитель Тимур чувствует себя за рулем одинаково комфортно. Ни одного замечания на всем маршруте от Самары до Нарьян-Мара, мимо Ульяновска, Казани, Чебоксар, Кирова, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Усинска и Варанде. Так же, как два внедорожника «Лада 4х4», кроссовер «Лада X-Ray» показывает неплохие результаты. Например, по прессованному снегу на Печоре автопутешественники разогнались до 145 км в час. Участники тест-драйва на дорогах Нарьян-Мара позволить такой скорости не могли. Тем не менее, остались довольны. Одним из первых преимуществ автомобиля оценил губернатор округа Игорь Кошин. Очень хорошая подвеска, мягкая коробка, прекрасные тормоза. Довольно-таки оборотистая. Понятно, что покажет еще время эксплуатации. Я думаю, что через год можно будет говорить. Если проблем с эксплуатацией данного автомобиля не будет, я думаю, что это будет один из, по соотношению цена-качество, один из самых конкурентоспособных вариантов. Новая машина АвтоВАЗа отличается от предыдущих моделей качеством исполнения. Современные материалы в отделке салона, надежная шумоизоляция и возможности комплектации. От базовой «Оптима» до усовершенствованной «Престиж». На выбор покупателя – мультимедийная система, навигация, электрозеркала, парктроник, противотуманные фары, климат-контроль, камера заднего вида и другие возможности оснащения автомобиля. Такой набор гаджетов позволяет путешествовать не только по Арктике, но и горной местности. Участники проекта «Дикари» запланировали поездку на Кавказ после серьезной проверки на севере. Отличная машина, ничего не гремит. Думаю, что к условиям крайнего севера она вполне адаптирована, даже в той комплектации, которая она здесь представлена. Даже при некоторых обстоятельствах даст фору вот автомобилям «Нива». На мой взгляд, очень качественная машина. Оценка возможностей отечественного автомобиля – не единственная цель экспедиции проекта «Дикари». Совместно с окружной администрацией и местными предпринимателями автолюбители планируют развивать арктический туризм. Это сейчас самый такой момент, когда Турция отпала, Египет отпал. Сейчас самое-самое – это внутренний туризм. Комбинированные маршруты автомобилей, снегоходы, где-то катание, вот правильно Сережа говорит, на собаках, на оленях, где-то что-то просмотры и выход, допустим, через зимник с инструктором во главе, там люди, чтобы за рулем сами проехали зимник до Усинска. По мнению опытного туроператора, зимние арктические маршруты будут популярны. Сегодня увидеть настоящую зиму со снегом и северным сиянием можно только на севере. Ненецкий округ, расположенный в европейской части России, идеальный вариант и относительно недорогой. Стоимость недельного комбинированного тура по Ненецкому округу оценивается от 50 до 100 тысяч рублей. Желающие есть уже сегодня. Преимущественно это туристы из Мексики, Израиля, США. Потенциальных клиентов можно найти и на предстоящей выставке «Открой свою Россию». Она пройдет в Москве с 19 по 22 мая. Проект «Дикари» уже забронировали выставочный павильон, где будет представлена вся информация об арктическом туризме. Департамент образования, культуры и спорта округа дал согласие на совместное участие в выставке. Также установлена договоренность о разработке туров. Центр арктического туризма составит паспорт туристических маршрутов. Предприниматели составят список достопримечательностей и экзотических развлечений. Проект «Дикари», в свою очередь, может взять на себя поиск клиентов и рекламу. Когда он поймет, что почему он должен приехать в Арктику, в русскую Арктику, в Нарьян-Мар, как отправную точку, он к вам поедет. И сразу за этим выстроится вся инфраструктура, все вот базы отдыха, соответственно, туристическая история. Здесь же, там, допустим, ресторанный бизнес пойдет, хорикса, вот это вот. Это все, оно полетит как песня. На встрече договорились, арктические маршруты запустят в следующем году. Для их тестирования в январе 2017 года «Дикари» планируют организовать два промо-тура. Российские туроператоры проедут по арктическим маршрутам и дадут свою профессиональную оценку.
Валентина Чибичик, Вадим Стасюк, телеканал «Север».